Слава Богу. Епифанцев чемпион! Кто чемпион, мы пока не знаем. Не Алла Борисовна Пугачева, которая сказала, что она ясновидящая, и написала мне фамилию человека, который победит в финальном бою. Не я, грешно. Победит. Посмотрим сначала этот бой за третье место. Давайте запишу, кто. Вот вам ручка, пишите, мы проверим. Оба на дистанции пока. Не подглядываем. Пока Алла Борисовна пишет. Да, давайте вот здесь. Не надо смотреть на нас в камеру. Я смотрю за боем. Не вижу, что она пишет. С дистанции Пугачев. О, простите. Журавлев. Дистанции готовит очередную атаку. Опять левый пытается развивать. Епифанцев очень хорошо закрыт. Половцев. Саша сходит с ума. Знаменитый питерский актер. Начальник ментов. Он болеет за Журавлева. Он специально приехал из Питера поболеть за Толю. Простите, голос срывается. Какой осторожный третий раунд. Неужели они все эмоции потратили в первом, но нет. Журавлев бросается вперед. Епифанцев немножко хаотично отбивается. Пропускает сейчас удар. Но встречные прямые левые достигают цели. Тяжелый размен ударами в ближнем бою. Это очень опасно для Епифанцева. У него сильное рассечение правой брови. Оно может стать в итоге, оно может стать решающим. Не дай бог, конечно, хотелось бы досмотреть весь бой. Я напоминаю вам, что это 5 раундов, а не 3, как было обычно. Это в 2 раза тяжелее. Как они будут дышать, как они будут двигаться в 4-5 раундах, я не представляю себя. Епифанцев бросается вперед, пропускает на встречу. И потом все-таки достигает, догоняет Журавлева и попадает. Он летит вперед так, как будто хочет закончить в третьем раунде этот бой, но не получается. Да,